Всем привет, друзья, с вами Валёк, и я добрался до горизонтов. Блин, какое счастье. Но, к сожалению, в моем маленьком вайпере не хватает места, чтобы купить этот мопед внешний. Чтобы купить, как его, ровер, короче. Машинку. Вот печаль. Но мы слетаем на планету, как я долго этого ждал. Но перед началом полета у меня есть идея снять видео в 3, ну, для 3D, для 3D телевизоров. У кого есть 3D, там пишите, снимем и будем смотреть планеты в 3D через телек. Будет, я думаю, прикольно, красиво и интересно. А качество разрешения 3D уже зависит от вашего аппарата. Снимать я буду в 1080 на каждый глаз, наверное. Не знаю, короче. Ну, получится, но я уже играл в 3D, будет отлично. Так, слетаем на планеты. Полетим мы... Даже лучше, я думаю, посетить базу ближайшей планеты. Вот Луи Бадже... Андерсон Депорт. Давайте в Депорт слетаем. Сейчас, кстати, горизонты по скидке, правда, небольшой, но стоит, грубо говоря, 1000 рублей. И можно их приобрести и ждать, конечно же, когда же будут планеты с атмосферой. Но сейчас мы к ближайшей слетаем. И посмотрим, что как оно. Так, сразу наметимся на планетку. Шасси забыл. Да я и сам, в принципе, очень-очень давно не играл в Elite Dangerous. И, может быть, всякие казусы. Ну, посмотрим, как... проседает, сильно ли повлияет на FPS игра. Ну, те, кто не видел, наверное, уже, конечно же, все видео, а для меня это в новинку. Я не стал спойлерить там что-то, я только смотрел видео от разработчиков. Ну, так, чисто видео у нас будет по фану, полетам планеты. Возможно, найдем каких-нибудь там пиратов, потому что я видел там корабли, и они все-таки там должны быть. Все-таки должны быть. Так, случайно вот вылетело. Подлетаем к планете. Посадка на планету несложная, я уже попробовал, так сказать, чтобы совсем нубом не выглядеть. Подлетаем к Андерсон Депорт. 400 километров, ну, поближе, чтобы было. Сейчас скоро произойдет выброс, надо немножко на орбите подержаться, чтобы долететь, и далеко, чтобы не лететь особо. Так, я надеюсь, игра меня не перекрикивает, а то придется, блин, заново снимать. Вон, видно, видно базу. Все, планировано. Планирование. Сейчас пока планирование. Сейчас. Ну, как-то вот на безвоздушных планетах планирование, оно как-то мне смотрится не так. Вот. Все. А, ладно, с атмосферы планируем, а на планетах без атмосферы... О, поприветствовали. Жалко, жалко, что мопедика так и нету.
можно сесть, в принципе, в любую точку. Хоть и перед этим здесь темноватенько, включу свет. Да не будет удара, что ты. Так, стоп. Стоп. Там сын что-то просит. Что ж, продолжим. Вот, кстати, в принципе, в FPS мне... Ну да, подснизился на планетах FPS. А он сейчас показывает мне 50-47. Скачет немножко. Ну, оптимизация. Присутствует. Так, пониже спустимся. Приторможу и запрощу. Посмотрим, что здесь есть. Вообще в порте состыкуемся. Четвертая площадка, посмотрим. Играю я все так же на джойстике Black Widow от Speedlink. Хорошая штука. Так. Выпускаем шасси. Я не мастер посадки, спустя сколько я не играл в элиту. Но поверьте, я как купил, блин, я так задрачивал. Ну, сейчас выперу, да, я почти бомж. После участвовал в небольшой войнушке. Заварушке. Поэтому... Нормально. Сели. Ну, я проверил видео. Thank you. Что я хотел сказать? Да, я проверил видео, и звуков... со звуками все чики-пуки. Поэтому... Да, ангар, походу, здесь один в один, как на станции. А, нет, смотрите, немножко другое. Я просто не был в ангарах на планетах. И даже не видел. Ну, конечно, вот надпись такая белая выделяется в камне. Хотя бы типа таблички, что ли, было. Не, а вот подсветка, хоть это прикольно. Прикольно, да. Так, ну здесь, в принципе, все то же самое. Как видите, я бомж, у меня 179 тысяч кредитов всего. Пополнить боеприпасы. У меня что, боеприпасов нет? Вроде полно было. Ладно. Полетели отсюда. Сядем на голую землю. Но, в принципе, смысла так нету без баги. Ну, буду баги ее называть, да? Машина планетарная. Даже не знаю, как ей управлять. Давайте полетаем. Подальше отлетим. Посмотрим, как тут обстоят дела. Вон кто-то тоже летит. А вон, смотрите, там что-то есть. А на планетах можно найти артефакты. Это факт. А то, что они могут ли они на кораблях попадаться, это на что навряд ли. Нужно сканер использовать. Которым я уже не помню, как. ФСД перестрел. Сканер. Нет у меня, походу. А, сканер-детектор есть. Ладно. Давайте сядем вон за тем кратером. В кратере просто темно. Просто темно. Не, ну, красиво, если вот так осматриваться. Правда, обзор здесь, на этом корабле не совсем большой, но... Вон, подходящее место. Да не будет удара, что ты... Чуть-чуть, компьютер пишет удар. Все, выпускаем шасси. Да... Я жестоко поступаю с своим кораблем.
Выравниваемся. Нормально, нормально все. Вот это, кстати, помощник. Выравниваем по поверхности планеты. Нормально. Нормально, нормально. Я просто кнопочками сажусь. Да, нормально ландшафт. Вот. Сели. И двигатели сразу останавливаются. И звук прикольный, поэтому лучше наушники одеть. Что я могу сейчас сделать? Да только осмотреться, блин. Потом найду место, куплю новый корабль. Ну, если мы вдруг в 3D будем снимать все это дело, то, конечно же, я приобрету кораблик. Нормальный, типа кобры. Повоюю и, собственно, куплю эту вагонетку. А многих может, я не знаю, бомбить от вагонеток. То, что я вагонеткой называю. Ну ладно. Запускаем двигатели. Полетели обратно на станцию. Можно, конечно, посетить еще другую планету. Какую-нибудь... давайте посмотрим в карте. Здесь они тоже вон там обозначены синеньким. Хоп, что-то там с освещением случилось. Вот более такие темные, красные. Сюда лететь далеко. Вот на Луну можно слетать. Но это все так же лететь. Пипец, как далеко. Давайте на ближайшую слетаем. Везде, где есть вот эта вот синенькая штучка, можно слетать туда. Ну, ее даже не видно ни хера. Двинули. Высота. Сейчас повыше взлетим. Ну-ка. Да. Все, разгоняемся. Вау, прям трясет аж. Вон там, кто-то летит. Кто это? Идер. Безвредный. Ну. Эх, безвредный чувак. А РСД-перехватчик у меня здесь есть. Ну, я, правда, уже давно не мастер боя. Раньше воевал лучше, чем сейчас. Да и управление джойстиком как-то у меня подухудшилось. Ну, как скоросить полеты? Прям, не знаю. Лететь достаточно далеко. Ну, в принципе, не особо. Бывает и дальше. Давай уже, отлепись от планеты. Все, ну давай, давай. Все, отвалили от планеты. Давай, давай, разгоняйся, старая шхуна. Вот сразу, кстати, как тот. И скорость появилась. Так, это что у нас? В розыске. В розыске, друзья, давайте ему в жопу надерем, если успеем. Почему бы и нет? Какой-то эдер догнать не могу, а. Это такой маленький. А не, кстати, серьезная штука. Стрелять умеет, но это больше грузовой корабль. Я особо не спец, но... Блин, не успели. Еще было бы весело пострелять по одинокому кораблю. Я бы его точно разобрал. Тип 6 транспортер. У меня он, кстати, есть на Xbox One. Я на нем летаю, когда добываю, когда грузы вожу. Да, конечно, извращение на нем добывать. Фу, ну. Как она? Чё за фигня? За что она? Неполный анализ поглощенного щита. Ой, кто знает, что за штука это, напишите, пожалуйста, комментарий, я вообще не в теме. Чё это такое? Опять какая-то хрень.
Опа, она. А кто нас перехватывает? Давайте остановимся. Посмотрим. Сейчас меня, наверное, убьют. Так, кстати, выгоднее самому останавливаться. Так, включаем. Чё за херня? Их чё, двое, что ли? Так, сразу мое орудие начинает огонь. Имперский игл. Я ему, по-моему, жопу надирал уже. С него можно всякую штучку вкусненькую собрать. О, да, детка! Умри! Target Shields Offline, а значит, таргету сейчас придется не сладить. Конечно, это не PvP. На тебе. Какой опасный чел. Просто опаснейший. Хи-хи-хи-хи-хи. Умри, блин, наконец. Перезарядка одного орудия. Орудие на полную мощность. Двигатель на минимум. Сейчас мы ему... Что, сматывается, что ли? На тебя. Да, силовая установка у меня здесь ни к черту стоит. Опа, сейчас мы ему покажем жар. Так. Flight Assist я не стану отключать, потому что я вообще сейчас нукну. Отлично, отлично, просто великолепно. Вот друган прилетел. Так, сейчас небольшая пауза. Что ж, посмотрим, что он нам оставил вкусного. Материалы. Сейчас можно из материалов что-то крафтить. Какие-то модули, что ли. При наличии, конечно, хорошего механика. Это точно. Посмотрим, что это. Это можно продать, конечно. Конечно, я думаю, если был бы игрок за штурвалом имперского игла, то мне было бы не сладко. Так, давайте возьмем эту. Возьмем эту штуку. Да и подберем все остальное. Отлично. Так, без паники. Ты вот пока сына отвлек, уже у них сейчас кончится время жизни. Кстати, тоже неплохой будет до заработок. Мало ли что-то редкое можно будет найти. Там какой-то еще корабль, но это, наверное, все. Все, посмотрим. Они в крыле, наверное, по-любому. По любасике, да, зеленые оба. Что ж, продолжим путь на планету. Кофе забыл. Ну, какой рассеянный, блин, парень. Вперед. Нафиг отсюда. Нафиг. Конечно, по-моему, самый прикольный звук двигателей. Это у Кобры. Так прям как, я не знаю, Мерседес. Бенц. Так, подходим к планете. Короче, надрали задницу этому пирату, и все. Сам виноват. Да это, нет, это имперский игл. Он, скорее всего, напал, потому что я участвовал в войне и вроде как считаюсь федералом. Да, да, есть еще такие, кто не воюет за просто красивую девушку. Много кого знаю, и все
большинство людей в империи тусят. Но я нет. Я как-то хотел заполучить себе корабль Федерации, и не вышло. Так, притормаживаем. Тоже булыжник, он и в Африке булыжник, но другого цвета булыжник. Есть каньоны. Да-да-да-да, стоп-стоп-стоп. Сейчас-сейчас, нормально, по-человечески сядем. Просто хочу на... Вон, смотрите, а там по-любому что-то есть. Видите, складка. Вон еще складка. Посмотрим. Сейчас на эту планету. Чисто посмотрим, потому что покатаемся, я думаю, потом. Вот прогружается, видно, как текстура прогружается на планете. Сейчас будет опять планирование. Причем на безвоздушной планете. Как-то не так мне смотрится. Ну, если только подразумевается, как сброс высокой скорости. Ну, вот планирование на безвоздушной планете, как-то, не знаю. Наверное, сброс скорости. Во! Полетели! Движки на максимум. Что это там? В принципе, если так поглазеть, поисследовать, посмотреть... Красоты. Вот даже интересно, у кого есть, у нас эти игры соперничают, Star Citizen и Elite Danger. Star Citizen тоже неплохая игра, хотя, честно, были сомнения на ее счет, но игра разрабатывается. Там тоже, не знаю, может уже ввели, я уже давно не следил за ней, планеты, но там с воздушным пространством. Прям перед каким-нибудь каньончиком можно сесть. Тормозим. Нормально все. Так, сейчас надо как-то комбинация клавиш на вид прям непонятная. Может сделать Ctrl-Alt. Давайте-ка сделаем. Ctrl-Alt. Так, сейчас. Так, итак. Переназначил кнопочки. И... Смотрите у нас. Вот, пожалуйста. Сын, не трогай мне, пожалуйста, микрофончик. Вот он, наш корабль. Может, небольшой скриншотик сделать. Скриншотик. Чпок. Чпок. Отлично. Вот так вот, друзья. Вот такие вот горизонты. Прям не терпится еще полетать. Но как дитё зовет. Запускаем двигатели и валим. Отседа! Прям шустро смотался. Оу, oh, yeah. Всем спасибо за просмотр.
ставьте пальцы вверх, кому просто понравилось полетать, поностальгировать, те, кто давно не играл. Да и вообще, пишите комментарии, стоит ли снимать в 3D, будет прикольно, я сейчас думаю, красиво. И всем пока!